мирно протекала жизнь советского города, расположенного недалеко от западной границы. Иван, здорово! Здравствуй, Саша! А кто хочет получить шоколад? Я! Ну, иди, Светлана. А шоколада-то и нет. Вот он где. Саша! Тебе орден! Центральный исполнительный комитет Союза СССР постановляет за выдающиеся личные успехи по овладению боевой авиационной техникой и умелое руководство боевой и политической подготовкой военно-воздушных сил РКК наградить орденом Ленина Косых Александра Ивановича. Слушаю. Да, спасибо. Прочли. Саша, тебя. Да. Спасибо, спасибо. Читали. Поздравляю, поздравляю. Спасибо. Здорово, Саша. Поздравляю тебя с наградой. Молодец. Еще бы. Есть что защищать. Уж ты сам принимай поздравления. Слушаю. Да, старший лейтенант Косых. Есть. Есть. Немедленно требует всех в штаб. Я в штаб! Внимание! Внимание! Слушайте экстренное сообщение правительства. Имперские воздушные силы предательски напали на Советский Союз. Над границей они встречены нашей авиацией. Идет бой! Мы стоим за дело мира.
Но если враг предательски нападет на нас, то на защиту любимой Родины встанет наша доблестная Красная Армия. Встанет весь советский могучий народ. Мы никому не позволим посягать на наше великое социалистическое отечество. Прорвавшийся стратосферный дирижабль противника приближается с северо-запада. Он угрожает бомбардировкой. Необходимо набрать высоту дирижабля и уничтожить его. Товарищ капитан, задача ясна и будет выполнена. По самолетам, товарищи. Над городом. Дайте первую бомбу. Бомбы сносит вправо. Свои боевые места для обороны города. Будьте бдительны! Обнаружил дирижабль. Иду на высоту. Остальным патрулировать здесь. Командор-истребитель? Черт возьми! На такой высоте! Огонь по истребителю со всех точек! Есть!
Товарищ командор, по вашему приказанию прибыл. Садитесь. Наша общая цель – опередить противника и помешать развертыванию его наземных сил. Ваша задача – 19 часов 30 минут штурмовыми частями атаковать авиацию противника на ее аэродромах. Одновременно высылайте разведку с целью выяснить сосредоточение сил противника. 20 часов вылетают ваши главные силы в трех колоннах. Первая 120 тяжелых машин, вторая 240 машин, третья 480 машин. Колонны следуют соединенно до города Санта. Отсюда первая колонна продолжает полет к городу Пуллен, столице противника. А вторая и третья колонны берут курс на город Форт. Первая колонна, ее задача отвлечь силы противника. Вторая и третья колонны бомбардируют город Форт. Задача ясна? Ясна, товарищ командор. Наше средство – внезапность. До вылета штурмовиков осталось всего 30 минут. Части выдержат сроки? Не сомневаюсь. До свидания. Есть, эскадра вылетает. Ни одна из колонн не достигла поставленной цели. Внезапность удара не принесла ожидаемых результатов, господин генерал. Так мы сломим их силой. Приказ! Вылет! 21 час, вторая тяжелая эскадра, 600 машин. Двадцать два часа, третья эскадра, 800 машин. Подготовка, порядок следования и боевые действия по плану номер 2. Господин генерал, сроки должны быть пересмотрены. Нас могут опередить. Они будут уничтожены, прежде чем успеют подняться.
Господин фельдмайор, нам задачи не изменили? Нет. Через 40 минут вылет. Мы должны предупредить возможность их взлета. Вы, господа, должны помнить, если нападать, то нападать неожиданно. Противник уже над нами. Я ничего не могу сделать. На аэродроме рвутся бомбы замедленного действия. Ангары и самолеты горят. Радируйте начальнику воздушных сил. Аэродромы противника на маршруте главных сил разрушены. Следуем к цели. Запрашивает обстановку. Все спокойно. Радируйте флагману. В районе Замша, квадрат 73, в сети заграждений электрическим током. Один разведчик погиб. Курс 310 в обход аэростатов.
аэростаты заграждения остались в стороне. Ложиться на прежний курс. Флангового отряда. Подавить зенитную артиллерию. Приказ флагмана. Подавить зенитки. Товарищ командир, правые моторы повреждены. Исправление в воздухе невозможно. Флагман радирует. Если повреждения неисправимы, садиться в стороне и уничтожить самолет. Господин генерал, над городом Санта за облаками противник разделился на две колонны. Одна колонна идет к городу Пуллен,
вторая на город Форт. Все силы подземной зоны бросить на перерез большевикам. Главный пункт зоны подземных аэродромов слушает. Так точно, командир зоны здесь. Господин командор, штаб воздушных сил. Слушаю. Будет исполнено. Командиров отрядов и звеньев ко мне. Есть. Противник прорвался через нашу заградительную зону. Приказ командования остановить продвижение противника на город Форт. Задание ясно? По самолетам, господа офицеры. Видит противника. Приготовиться к отражению атаки. Thank you.
Противник атакует корабль флагмана. Отряду следовать за мной для прикрытия флагмана. Направление на корабль флагмана. Каково положение? Уходят. Если все-таки они до нас долетят. Но вы забываете, что мы находимся в глубоком тылу. Ты не думаешь, что для спасения форта нас бросают на верную смерть? А если я... не хочу умирать? Thank you.
инспекция слушает. Бомбардировщиков 15, истребителей 25, танков 40, орудий 35. Электроцентраль Клайд слушает. Понятно. Воздушная тревога. Выключить наружное освещение. Переведите все управление в подземное убежище. Слушай. Противника. Господа офицеры, под самолет! Товарищ флагман, подходим к городу Форт. Передать. Направление второй колонны плотина Клайд. Я следую к городу Форт. Thank you.
товарищ флагман, командир первой колонны доносит. У города Пуллин принял воздушный бой с небольшими потерями, следуя на соединение с главными силами эскадры. Радируйте начальнику воздушных сил. Задание бомбардировки города Форт и плотины Клайд выполнено. Вся эскадра возвращается обратно.